Всем привет! Стройка продолжается. Вот уже дверь стоит. До этого крышу муж сделал. Тут получается потолок. Потолок у нас будет вот такой пластиковый. Пластик же это называется. Вот такой вот это от... Ой, как она... Как же я забыла. От чего она? От теплицы. Вот, я вспомнила. От теплицы. В общем, люди отдали. Полностью сделали вот такое вот место всяких досок. Можно сказать, тепло будет, потому что это все от теплицы. Кроме этого, он сегодня еще выравнивал землю. Тут обкапывал все. Ровно делал. Сейчас вот делает дверь. Вот здесь дверь будет, вот здесь быстрее всего окно будет, вот в этой стороне, вот, поэтому ты там сильно дырку не сделай, а то будет дырка такая красивая. Вот, шпала в ход пошла с топором дружить. А я сегодня вскопала, в общем, грядку, вот, подготавливаю, еще она не грядка, я ее только землю вскопала, девчонки отдыхают, лежат. Фанта, ну ты думаешь это, козленка выпускать-то, или как? Вчера Фанта должна была родить, и она сказала нет. Сегодня ждала я, получается, еще игрушку, ее сестренку, но игрушка в сарае. Девчонки вон тоже в сарае лежат. Кто на улице? У нас пасмурно, но тепло. Ветра нет. Палки все сгрызли уже, деревья отпиливаем, вот эти вот соседские. И муж кидает. Абсолютно за 20 минут, и вот это все потом не зеленое, а все лысое белое. А я что еще делаю? Ну, в общем, грядку делала, потом вот била вот такие палки и делаю вот такую вот загородочку. Вот что значит, мне пригодились веревки. Они у меня сейчас по всему огороду идут в ход. Как придумаю, так и делаю. Но это, можно сказать, по старинке. Так раньше делали, чтобы, допустим, вот видите, она... цветет сейчас, чтобы ягодки в будущем не были вот на земле, она опирается уже об веревочку. Вот, я решила ее всю вот так с этой, получается, вот с этой стороны и с той стороны сделаю. Вот, за деревом получается. И удобно собирать, во-первых, рука хорошо проходит. И ягодки наверху все, веревка держит, если вдруг веточка падает. И нам не мешает по дорожке, здесь дорожка, видите? Такая бардачок, конечно, у нас до сих пор, потому что стройка за стройкой. Здесь я буду треугольником делать, так как кустики вот эти вот два больших, а вот эти остальные все поменьше. Я вот буду, вот этот пока не стала делать. Вот этот не стала делать. Вон те еще надо делать возле яблоньки. В общем-то, буду все так обматывать веревочкой. И будет все хорошо. Мне так будет удобно и спокойно в плане того, что я не наступлю на веточку. Я шлангом, во-первых, еще вот. Сейчас у нас дать должны после праздников воду. И шланг длинный, получается, от самого входа, от самого забора, сюда будет шланг идти возле винограда. И он теперь будет шланг не по веткам шоркаться, а вот по этим краям палок. Это как бы предохранитель такой для шланга. И мне спокойно, опять же, положил вниз и заливай. У меня тут такая будет... как сказать, сделала
том году я делала ямку такую, ой, не знаю, как правильно выразиться. Ну, в общем, ложила вот в эти кусты, и вся вода шла потихоньку. И их заливала, и эти деревца заливала. Полностью вода шла до самой яблони с теми смородинками. Вот, клубничка. Клубничка у меня, кстати, уже одна, я сегодня заметила, где-то здесь цветет. Начинает зацветать. Ой, потеряла я ее. Прямо одна единственная. Ремонтунная, ремонтанная. Эти вот убираю. Вот, смотрите. Вот они, цветочки. В общем, клубничка потихоньку начинает набирать цвет. Но это хорошо. Еще вон одну вижу, такая же. Поэтому и еще. Сегодня я посадила морковку. Полила немножко, сбрызнула грядки. Сделал? Получилось? Ну вот, дверь получилась. А? Открываем, закрываем. Красота! Великая сила! Вот, в общем, получается, вот здесь я посадила морковку. Здесь у меня потихоньку всходит лучок, который я почти 2 недели назад сажала. Здесь еще ничего не посажено. Посадила я пионы. Так, тележку надо убрать. Опа! Пионы мои. В городе выкопала. 5 штучек получилось. Вот. Посадила редиску с укропом. Тоже, смотрите, уже и редиска взошла. Укроп еще не всходит. А редисочка уже взошла. Ну, потихонечку уже много что всходит. Лунтик, ты опять висишь? Лунтик! Ты посмотри, что он творит, а? Пацан, ну что ты с ума сходишь? Гулять он хочет, да? Ты гулять хочешь? А? А? Я ж тебе кушать сегодня зеленочки дала. А? Лунтик, а что ты сразу спрятался? Айда. Ой, 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 злится, злится. Злится он. Тебе вон домик, видишь, какой строится. Тебе и Баксу. Бакс, получается, сейчас у нас еще в сарае с малышами. Здесь чеснок у меня. Вот уже такой подрощий. Я сажала тоже весной. В начале. Здесь еще ничего не посажено. Получается, еще вон грядки вскапывать. Половина клубники, но не буду я ее трогать в этом году. Посмотрю, если что, в следующем году куда-нибудь пересажу. Вот, еще гуси у нас занеслись. Сегодня гусынька уже 6-е яйцо снесла. Вторая гусынька только 2-е должна яйцо снести. Ну что кричим, что кричим? Вот такое гнездо им сделали. Надеюсь, сядет на гнездо, потому что там яйцо я положила сегодня. Воду перевернули хулиганы. Да, да, да. Да, они закрыли. Вот. Вот. Яйца. Получается, вот так вот гнездо она сделала. Сама здесь все собрала, туда гнездо сделала. Да не трону, не трону. Ой-ой-ой-ой-ой, обижаются, обижаются. Не пойду, а то кричат. Сейчас, не кричи. Ой, ой, потревожили. Яйца показала, прям разорались. В общем, надеюсь, что сядут на яйцо. Так, розочка у нас уже листики хорошо дала. Виноград у нас уже потихоньку тоже листики дает, раскрывает. Сейчас цветут вишни. Ой-ой-ой. Вот вишня. Эту абрикоску уже отцвели, абрикоски. Там дальше вишня, вон за лунтиком, где лунтик сидит. Тоже вишня.
там возле коз вишня белая. Это все вишни. Тоже цветут. Яблони, кстати, яблони поздние. Яблоки будут поздно осенью только собирать. Они только, вот видите, дают листочки. И кроме этого, если присмотреться, да, цветочки будут. Вот. Цветочки уже сейчас будет распускать. Вот. В общем-то, потихоньку все начинает зацветать. Вот сегодня вот столько работы было сделано. Козюльки. Что там козюльки? Там в сарае не рожают? Никто не рожает? Игрушка, ты сегодня вообще должна. Все нормально? А, Игруш? Вот они, две мадамы, которые вчера одна, сегодня другая должна была родить. И они ходят, хоть бы что. Тихо, Бакс! Бакс меня увидел. Зайка, привет. Моя зайка. Зайка. Вот. Девчонки, кто на улице, как я и говорила, кто в сарай, нельзя, не выходи. Так, девчонки пока не готовятся, я смотрю. Ну, будем дальше следить за ними и смотреть. Как-то так. Не выходи. Так. И после них останется вот эта Катя. И останется Арти. Вон та. Да, Арти? Лежит. Жвачку жует. А вы сюда прилетели, да? Белка. Это мама с дочкой. Мама с дочкой. Все хорошо, девчонки? О, сейчас надо воды им еще принести, налить. Ну, пока девчонки, такое ощущение, и не собираются. Хотя должны уже. В этом году как-то козы меня, конечно, удивляют, если честно. Потому что то вроде бы рожают день в день, ну, бывает, что не доходит. Вот зайка, допустим, она не доходила 3 дня и родила вот здесь, прям вот здесь под дверями, родила козленка. А эти, получается, я не удивлюсь, если уже вот это перехаживает, это сегодня должна. Вот, может быть, к ночи соберутся. Надеюсь, что к ночи хотя бы соберутся и... Все-таки мамками сегодня станут, да, Игрушка? Игрушка. Она вот такая вот вся лоскучая стала. Но она и была ласковая, а это вообще прям не отлипает. Чтобы ее погладили. Да? А? Да? Игрушка. Красотка. Ну вот, девчонки опять гулять вышли. А я пойду дальше завязывать вот эти веревочки. Сейчас еще надо подготавливать кушать козам к вечеру, потому что там кормежка, там дойка и кормежка козлят будет. Вот такие вот новости. А всем спасибо за просмотр. Ставим класс. Вам не тяжело, а мне приятно. И всем пока-пока.